здоровья, чистое развитие. Бердинская церковь и Настя Шакина бежит. Пора для участия в биатлоне. Повторяю, участники, выступающие по программе биатлона, необходимо построиться в районе финиша 100 метров. Уважаемые участники, старший судья на стрельбе Кацьян, судья на стрельбе Уткин Михаил, судья-стартер Казанцев Николай Иванович, первая категория, старший судья на секундомеры Купцов Николай Федорович, республиканская категория, главный судья соревнований Романчук Виталий, первая категория. Уважаемые участники! Побыстрее, Настя, побыстрее, Серёж! Спортсмены, смена! Лав соревнований, поднять! Выступаем в следующей последовательности. Первыми бегут спортсмены с 1 по 6 номер, по 2 участника одновременно. Номер — это спортсмены без собак. Спортсмены без собак. Человека без собак, 26-27 номер. А сами направляетесь к пирамиде, вы видите, там стоят. Берете винтовку, не вот так, не вот так, вот, стволом кверху, немножечко вперед, на уровне рука-плеча, идете к огневому рубежу, или бежите, как вам удобно, ложитесь. Для спортсменов, которые выступают, стреляют из винтовки из 61. Дети, которые бегут, родители, могут им помогать, помощники, все что угодно. До 11 лет 5-минутная готовность. И потом после детей будет эстафета 3 команды. По одному кругу стрельба 108. Окончен. Вольно, разойдись. Через 5 минут дается старт первому, второму номеру. Сейчас я вот эти поставлю. Ничего, пусть они так. Николай Иванович. Понятно?
Махенко, Дмитрий и Роман Анатольевич. Находится в районе маршрута. Сергей Санкт-Петербург на старт. Готов? На старт! Где Федорович? Можно, можно на старт. Внимание! Марш! Старый сначала вытащит. Извините. Внимание, пожалуйста. Ты подайся. Данил, ты че? Судья Санкт-Петербург готов. Огневой рубеж готов. Огневой рубеж готов. Судья Санкт-Петербург можно давать старт. Отойди, кидай. Сергей, Команды на старт подходить. Они сами по себе. Так, это самое.
Слава, на дуле опусти! На дуле!
шагом, спокойно. Положи вам чувело сюда, вот здесь удобнее будет. Дыхание задержи. Прыв плечом. Вот. Здесь. Дыхание задержи. Дыхание задержи, да. Не поднимай ее, что-то. Так, так. Облокоти. Так, взводи опять. Да, хорошо, давай. Я занят, я потом буду занят. Зажми. Руками не тряси, не дыши. Все, Уни, последний. А, давай, давай. Клади. Все, все, бери. Собаку бери. Будь здоров. Винтовку на место беги. Я вытащу, беги. Винтовку. На место. Субтитры создавал DimaTorzok.
Кнопку нажимаешь, сводишь до конца, и до щелчка. Помоги, я тут рядом, Миша! Все, патронов нет. Винтовку на место. Винтовку на место. Спокойно. Ложись.
он умеет, что ты сидишь? Ему заводить надо, он не сведет. Давай, давай, цель. Смотри, там все. Подожди, дай посмотрю. Я тебе скажу, что нужно. Давай. А где крючок? Вот это? Да, подожди. Подожди, ты спешишь. Сама, сама, Дим. Давай, попробуй, целься. Стреляй. Все. Три. Еще есть у меня? Нет, давай лучше ты. Серег, можно? Упертый, а мужик, а? Можно? Все. Копейка, копейка, быстрее, 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 быстрее. Пошла, побежала, побежала. Давай, побежали. Все, стреляй. Бегом, собаки! Не нажимай на курок, смотри. Давай, цель. Просто нажимай, пока не прикроешься. При встрече. Давай, давай. Все, винтовку на... Добавить того, кто попал.
И касаемо руки на плечо спортсмена. Использует дополнительные 3 патрона, так как не сумел 5 выстрелом поразить все 5 мишеней. И вот все 5 мишеней поражены. Итак, Анастасия. Итак, дам старт следующему участнику Корба Вячеслав. Тенецкая серка. Положение на 5 мишеней. Следующий попадание попадания отойдет на пирамиде. И не так, что тактик изводит в зоне и не так, что... Помощнику Асан в это время идет на передачу.
Итак, закончим последнюю часть нашего соревнования на данном соревновании. Мы будем приготовиться для проведения отдельной костюмы и жестокой команды. До 90-х. Я детдомовская. Нам все было. Нас бесплатно возили по Волге. Это был 43-й, 44-й, 45-й год. Это самое. О, вообще было интересно. И жили интересно. Потом 18 лагерей на деле. Еда есть. Мы выступим, можно показать на выступление. Thank you.
Настя Шакина, а где этот аппарат? Ага, Макс. Мальчики, встаньте в общий парад, слушать команду. Общее держать построение линейное. Вперед на 10 шагов. Марш! Марш! Держать расстояние между командами. Стой! Направо! Ребятам, которые защищали детей Беслана. Сейчас очень тяжело живется нам. Кругом люди, ставьте себе, из Бреста выходят, а они так вот держали. И даже Гитлер сказал, вот если бы у нас были такие люди, шли на третье место вместе с нами. Хотя наша команда завоевала второе место в московском. Командам мы уступили. Три этапа. Эстафета – это дружба. Почему? Почему я кричал некоторым? Беги! ПКУ ИК-9, Орлов Дмитрий с собакой по кличке Кортес, порода немецкая. И за первое место на первом этапе награждается... Вот это все главные наши претенденты на премию. Ну, представьте себе. Орлов только что из армии. Третье место. Ну что ж, обогнали его, малыши, как говорится. А чего? Вот видите, не хочет. Девочка первое место на этом этапе. Ну, и как всегда, и команда не подкачала, команда сбора. Так, хорошо, спасибо. Хотя у нас Орлов Дим, Куртхак. На второе место, занявший на втором этапе, Фомичев Евгений, собака с больной ногой. Бассерон, кличка Индира. И первое место, Старикова Виталия, собака по кличке Пуля, собака Метис. Первое место. Так, где она? А Машу, которую искусали? Нет, наша, ваша Маша. Скорее выходи, а то ведь решишься и премии, и призы, и все. И будет всегда аннулировать. Поэтому и представители должен выходить, стараться выйти. Иначе, если здесь не получил, мы дома не выдаем никаких медалей. Приготовиться. А Индирин наградной Женя прячет под кроватью, а сам по ночам его... Третье место заняла Гайсинская. За нее выходит.
Пусть собака идет. Так, извините. Уехала. Вышла. Уже. На втором. Батюшка, опять их. Второе место на третьем этапе. Поэтому она и победительница. Это Шакина Анастасия с бельгийской овчаркой Малинуа, занявшая второе место на третьем этапе. И первое место Помечев Евгений, собака Индира, Басырот, занявшая первое место на третьем этапе. Представители команд, занявшие третье место на этапе четвертом, на четвертом этапе, это представители, представители только на, тоже награждаются, награждаются дипломами ДОСАФ, потому что это соревнование еще субсидируется и ДОСАФ. Мы все члены ДОСАФ. Третий. И представитель команды Елсукова Василиса. Первое место на четвертом этапе как представитель. А ты нет. Конечно, она представительница. И вот сейчас, вот первый и второй, только третий нет. Первый и второй. Диплом второй степени. Калинин Данил. На второе место. На второе место выходишь. И на первом абсолютный чемпион. Золотая медаль. Первое место. Шакина Анастасия. Но это ее сегодня победное звено. Третье место не присуждается, потому что из семерых товарищей все были остальные сняты. Вот о чем говорить, что команда рядом должна собакой выполняться в любых условиях, в любом месте, в любое соревнование. Так, автозавод, идите вставать на свои места вот здесь. Все равно вас награждать отсюда же будут. Бюджетного образовательного учреждения Дворец детского творчества имени Валерия Павловича Чкалова «Алые паруса», занявшая третье место в командно-личном кинологическом чемпионате области, посвященном памяти детей Беслана и сотрудников спецназа. На второе место вызывается команда «Каиздюшор-1», занявшая второе место. И диплом первой степени вручается команде «Волчок» Дворца детского творчества. Так, готовимся к получению награды. Так, автозаводцы, встаете вот в этот край. Все в линеечку. Жень, грамоты, молодец, правильно. Да, грамоты, верно.
вверх, немножко поднимаем. Смотрим на меня, улыбаемся. А кто не умеет, того мы будем учить. Григорьевский Глеб. На первое место вызывается. Вставай. Самый старший. Кривко Елена. Николай Федорович. Турутина Светлана Валерьевна. Федорович. Сандалов Виктор Владимирович. Пожалуйста, вставайте. Дима. Дима. Помощником судей Гайсинской Полине, Крышмар Юлии, Шакиной Анастасии, секретарь, который считал все ваши штрафы и время, Бибенина Анастасия. Которые выступали на данном соревновании. Могу сразу сказать, что спортсмены уже выступали во много раз лучше, уже более собраннее были. Вот. И поэтому уже более наилучшие результаты показывали свои спортсмены. Мы во время соревнования собирали определенный видеоматериал для видеоролика. Саша, я думаю, что скоро вы его увидите. Итак, переходим к награждению самых маленьких наших участников. Это
Леничев. Леничев Николай. В группе детей, занявший второе место. Пожалуйста. И выпилочек. Награждение производит старший судья на стрельбе и старший судья стартер Казанцев Николай Иванович и Кац Ян. Показали дипломчики. Поближе немножечко подошли. Вот. Саш, вот это тоже снимите, пожалуйста. Стойте, сейчас вас еще не сняли. Иди, подойди, Анастасия Владимировна. Внимание, смотрим на фотографа. На фотографа смотрим. Переходим в награждение участвующих собаки. Среди детей Масленникова София с Джек Расселом Доля, занявшая первое место. Пощелкаешь, это были как раз его. Тех можно было не снимать. Помогите. Нет. Переходим к награждению детей с собаками. Третье место занял Аргунов Дмитрий с метисом Найк. Второе место. Григоревский Глеб. И третье и первое место. Курякин Дмитрий с Джек Расселом Доля. Курякин Дмитрий, где у нас? Аргунов, Дима, ты где? Первое место, Зуева Анастасия. Подождите. Второе место. Тихоненко София, готовимся. На фотографа смотрим. Дима, оставь. Так. Ой. Заберите. И третье место. Прахова Василиса. Также награждается за четвертое место. Встает. Чекулаева Дарья. Да, вот сюда просто. Выкивочек просто. Переходим к награждению юниоров. Первое место. Ермолаев Артем. Давайте еще. Смотрим. Далее. Хрусталев Глеб. Да.
Да. Шестое место. Леничев Дмитрий. 100 соревнований в одной. В один день. У нас и три в одном проводят. Ну тут, кстати, они и софеты, и маленькие, и большие. Переходим на дальнейшем рождение. Начали водить. Юниоры с собаками. Тихоненко София. Первое место. Вот, ничего. Сдаем, берем. И четвертое место. Зуева Анастасия. Юниоров. Первое место. Павлов Данила. Семейская овчарка Изак. Второе место. Корма Вячеслав. Немецкой овчаркой Яша. А может это он и есть, просто я не узнавал. Нет, третий. Надо было узнать. В группе женщин. Как чего будет? Смотрим, смотрим. В группе женщин Карман Анастасия, первое место. Вот это, это сюда. Второе место. Масенько Виталий, Джек Рассел, Доли. Доля. Нет. Второе место. Масленников Виталий, Доронов Сергей. И третье место заняла команда Корва, Вячеслав, Павлов, Данил. Егор, давай, мы тебя ждем. Как раз, ты один у нас остался. Первое место.
Покополис, немецкая овчарка из Тим. Это его дебют выступления в биатлоне. И дебют довольно-таки очень хороший. Спортсмен, который поразил 3 мишени. Я думаю, что это немногие из вас, которые поразили 3 мишени. Спортсмен награждается памятными призами. И также у нас Егор награждается памятным призом со своей любимой овчаркой Рокки. Прошу посмотреть. Вот маленький призик. Вот такой. Предоставляется поставили стоять команду два абсолютных чемпиона. Это команда Шакина, шагом марш, и, извините, я фамилию, и вы, шагом марш, нас быстро бегом. Где Шакина? Ноги смирно. Флаг опускай. Автозавод и кюк не... собаки не терпят. Сейчас представители чемпионов встанут в строй, покинут место соревнования. Так, пошел, пошел, правый пищен вперед. Внимание участников соревнований, необходимо сдать стартовые нагрудные номера. Дима, нагрудные номера, пожалуйста, сдаем. Сдаем стартовые нагрудные номера.